привет! С вами Светлана Сапегина и канал Супер Бисер. Сегодня хочу рассказать вам об истории создания букета Триколор. А началось все в мае, когда у меня проходила выставка в детской школе искусств номер 11 в Екатеринбурге. Мы в очередной раз собрались в этой школе на какое-то мероприятие. По-моему, это была ночь музеев 16 мая. И стоит отметить, что эта школа искусств очень необычная. И все благодаря ее директору Чапайкиной Любовь Григорьевне, которая нам очень понравилась. Обычно всегда, когда приходишь в новое здание, в новый музей, и немножко как бы волнительно чувствуешь себя не у себя дома. Ну и постепенно, конечно, уже знакомишься со всеми, с сотрудниками, с директором. А здесь вообще, вот я помню, самая первая наша встреча с Любовью Григорьевной, это была настолько теплая, и как она нам вообще помогала найти эту школу и сориентироваться в дороге, чуть ли не сама собиралась за нами поехать, чтобы нас сопроводить. И еще что немаловажно, в этой школе все просто условия созданы и для сотрудников, и для учащихся. Вот там даже, например, есть комната отдыха, расслабления для учителей. Там стоит массажное кресло, столик журнальный, за которым можно попить чай. В одном углу комнаты фонтанчик журчит, в другом стоит такая большая чаша с подсвеченной водой, и она как бы дымится слегка и создает такую приятную атмосферу расслабления. И вот мы сидели как раз в этой комнате с самой Любовью Григорьевной, со Светланой Валерьевной Долгановой. Это известная у нас в городе искусствовед и журналист. А с ней мы познакомились уже очень давно, где-то в 2010 году. Благодаря ей у меня уже состоялось большинство моих выставок. Она только нам звонит и говорит: «Везите сюда, везите туда». А мы с Димой только и успеваем перевозить с одного места на другое все свои работы. В общем, поэтому у нас с ней такое, как она сказала, дружба-сотворчество. И еще там была, по-моему, художница Екатерина Тютина, которая тоже выставляла свои работы в мае в этой школе. Ну, также моя мама была, еще различные посетители мероприятия, такой небольшой круг. И мы сидели так, пили чай и разговаривали. И Светлана Валерьевна в какой-то момент говорит, что в этом году, примерно в августе, будет ассамблея «Дочь города, дочь России». А в прошлом году, в 2014 году, я как раз была на этой ассамблее. Она была в камерном театре. Мы просто в зрительном зале смотрели, как награждают нескольких женщин Екатеринбурга. И вот сейчас она говорит, будет не обычная ассамблея, а юбилейная. И будет она проходить в ТЮЗе, в Театре юного зрителя в Екатеринбурге. Это уже 20-я по счету ассамблея. И поэтому решили наградить женщин всероссийского уровня с корнями из Екатеринбурга. На награждение приедут три дамы. И среди них Наина Ельцина, жена первого российского президента Бориса Николаевича Ельцина. И вот так за разговором Светлана Валерьевна подкинула такую мысль, что было бы здорово сделать специально для Наины Ельциной уральскую бисерную розу и преподнести ее в качестве подарка. Но у меня уже дальше мысль, раз номинанток три, так значит надо делать три розы. Ну и все, мы вот так вот поговорили. Я себе взяла это на заметку, но точно даже не знала, буду я это делать или нет. Но в принципе идея мне очень понравилась, интересная. А моя первая красная закрытая роза как раз находилась в то время на этой же выставке. И в планах уже были следующие розы – Наоми и Клаудия. Кстати, роза Наоми уже готова, и вы могли видеть ее в предыдущих видео. Розу Клаудию мне осталось только собрать, и когда она будет готова, обязательно сделаю видео и про нее. Итак, примерно весь июль я занималась розой Клаудия, и где-то уже в конце июля, в начале августа, я вспомнила про этот разговор. Точнее, я о нем не забывала, а просто я тут опомнилась, что время-то подходит. Зашла в интернет, посмотрела дату ассамблеи, и оказалось, что это уже прям совсем скоро, 14 августа 2015 года. И тут мне пришлось бросить все и переключиться на букет Триколор. Точнее, я тогда еще не знала, что это будет за букет. Идею сделать три розы в цвете российского флага мне подсказал мой молодой человек Дмитрий. Это произошло вечером 2 августа. Этим же вечером я нашла вдохновительную картинку российского флага, начала подбирать подходящий материал из своих бисерных запасов и сплела первый лепесток красной розы. 13 августа букет Триколор был полностью готов, а 14 августа мы со Светланой Валерьевной уже вручали его дамам, получившим звание «Дочь города, дочь России». К сожалению, Наина Иосифовна не смогла приехать на ассамблею, но красную розу из букета ей пообещали передать.
С самого начала казалось, что будет сложно объединить три настолько разные по цвету розы в одном букете. Но ради идеи и эксперимента я все-таки попыталась это сделать. В итоге букет превзошел все мои ожидания. Про то, как мне это удалось и какие материалы потребовались для создания роз из букета «Триколор», смотрите во второй части отчета.